В Гомеле пограничники закрыли канал поставки психотропов из Российской Федерации. Как сообщает Госпогранкомитет, в ноябре сотрудники органов пограничной службы задержали поставщиков опасного психотропа. Ими оказались двое белорусов из Брестской области, которые ввезли товар из России для дальнейшего распространения. При задержании в салоне их автомобиля найдено около 2,5 килограммов порошкообразного кристаллического вещества. Судебные эксперты определили, что это альфа-ПВП. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот и перемещение через границу психотропных веществ, задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.